Сегодня в Чувашии выпал первый снег, а вместе с ним усилился ветер. В некоторых районах его порывы достигали 20 метров в секунду. Синоптики отмечают, что зимние вещи жителям республики понадобятся как минимум еще на 3 дня. Вот как нам прокомментировали сегодняшнюю погоду в гидрометеоцентре. Виновником столь ранней зимней погоды является обширный циклон центром над Кировской областью. Циклон малоподвижный, заполняющийся. В территории Чувашской республики располагается в тылу этого циклона, куда поступает холодный арктический воздух. В ближайшие 3 дня в Чувашии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с метелью. Ветер северо-западного направления 8-13 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха ночью -1, -6 градусов. Днем -1, +3. Это аномально холодная погода.